Известный открыл стрельбу в международном аэропорту курортного города Форт Лодердейл во Флориде. Инцидент произошел в зоне выдачи багажа. Погибли 5 человек, 8 получили ранения. После инцидента пострадали еще 37. Узнав о стрельбе в аэропорту, у людей началась паника. Они пытались покинуть здание. В ряде мест возникла давка. Злоумышленника уже задержали. По предварительным данным, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Как передают местные СМИ, он военный и легально провез оружие на борту самолета, прибывшего в аэропорт. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Посетители и персонал воздушной гавани эвакуировали. Сам аэропорт временно закрыт.